Всем огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет мотивационный ролик. Мы с вами сегодня будем готовить пирог, убираться на кухне. Пока дети у меня вышли немножко погулять, я решила быстренько убраться на кухне. Свою уборку я начинаю с газовой плиты. Сейчас мне надо будет убрать все лишние вещи со столешницы и все полностью помыть. Уборку я в основном делаю тогда, когда дети или в садике, или в школе, или уходят гулять, так как я использую химию. И поэтому, когда дети гуляют, я навожу дома быстренько чистоту и красоту. В этот раз я настолько увлеклась, что, как всегда, забыла одеть перчатки, несмотря на то, что я работала с химией. У меня такое бывает иногда. Потом только я вспоминаю, что забыла одеть. Так, я закончила с газовой плитой, расставляю все вещи обратно на место. Затем мне надо будет помыть посуду и почистить другую сторону столешницы. Сейчас я быстренько уберу вещи с другой стороны и тоже ее почищу. Так как я убираюсь довольно-таки часто, я просто убираю другую сторону столешницы просто влажной тряпкой. Теперь я мою посуду и расставляю все по местам. Затем я буду помою полностью кран и раковину. Тут я уже вспомнила про перчатки, одеваю свои перчатки. И сейчас химией я быстренько все почищу. Так как у нас вода не очень хорошая, у нас очень часто собирается известь. И на кране, и на раковине, и в чайнике. И поэтому приходится чистить чуть ли не каждый день. Все приводить в порядок, чтобы не было этой извести. Вот я уже закончила с уборкой раковины, все расставляю по местам. Вот такая вот красота у меня получилась. Теперь я решила быстренько сделать пирог, так как у меня в холодильнике лежало тесто, была уже готовая начинка. Поэтому я решила сделать быстренько пирог, пока дети гуляют на улице. Мне никто не мешает.
Обычно для своего пирога я использую слоеное дрожжевое тесто. Я делаю всегда только на таком тесте, так как мне больше нравится, потому что пирог получается очень нежным, очень вкусным. Он пропитывается именно вот этим мясным соком. И получается очень мягкий, хрустящий. Вот я закладываю начинку и сейчас все буду разравнивать и закрывать пирог. Далее я раскатываю тесто. Это наша самая маленькая часть. И она у нас пойдет на крышку, наверх пирога. Вот мы приготовили нашу крышку и начинаем закрывать наш пирог. Пирог я люблю обычной лепкой. Наверное, у каждой хозяйки как бы свой способ лепить пироги. Я люблю их обычным способом. Пирог я буду ставить на где-то 180-200 градусов, где-то на час, на полтора. Но это все зависит от духовки. Можно проверять его периодически, смотреть, как пропеклась картошка, как пропеклось мясо. Далее я делаю дырочку в пироге. Это для того, чтобы выходил пар. Всем привет! Вы на канале Злата Фоксвайк. И сегодня мы всем будем в магазине Лесов. Я есть пошла домой. Я оказалась в Латы. И до ТикТока. Села? Держись, давай крепко. Ладно? Давай кататься будем. Здорово? Здорово. 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 Сиса. Здорово, скажи. Здорово. Молодец. Сиса. Молодец, моя. Держись. Ладно? Сиса. Ногами только не тормози, ладно? Вон там она сидит. Ага. Качается. Красиво. Меня тоже засними для зрителей. Ну куда уже без тебя? Тебя уж обязательно. Я с канала Злата Фоксвайк. Подписывайтесь. Ах ты рекламерша! Ах ты рекламщица! Скрытая реклама, значит. Да, да, да. Ах ты какая. Чтобы люди на меня подписывались, у меня было 10 тысяч подписчиков. Твоя мечта, да? Да, да, да. Так что подписывайтесь и добьем 10 тысяч.